Ай, блядь. Ой, блядь, не надо. Тихо, тихо, только подшился. Ага. Они же хотели сделать ПВЕ издание, отдельно продавать его для любого пака. Но пока что вроде не сделали, так что пусть у тебя друг не спешит. Возможно, выйдет подешевше, чем прокачивать аккаунт типа до Mammoth Edition. Они на улице, что ли, стреляются? Ой, на крыше? Не пойму. О, ратник! Мосинка, блядь. А, КС-23. И РПД, блядь. Ёб твою мать. На патроны. Ребятишки, блять, вы чё ж себя не бережёте-то так? Неизвестный, спасибо. Спасибо за поддержку, благодарю. Вы видели, блять? У них и все халтыны, ратники, КС-23. Бывайте! И РПД, блять. РПД! Я все патроны на них потратил, блять. Это реально какие-то жулики, блять. Бот вроде, да? Двери выламывает. А может и нет. Пластинус. Блять, жестко, чат. Я уничтожил ему фул пластину просто. Да пиздануться можно! Куда на? Ебаться! В крендель, блять! Ой, блять! Теперь чижика ищи, блять, неделю. Так. Делали пак ПВЕ на 2 дня. Он стоил 1300, потом убрали. А со стандарта улучшать на фул 11. Да, я знаю. Но они хотели сделать в конце июня. Июня. Но потом перенесли на июль. Они хотели сделать так, чтобы с любого пака можно было просто отдельно купить функцию ПВЕ. Чтобы не улучшать за 11 тысяч. Кто там, блин, ворует мой лут, а? Отставить воровать.
Тут тоже, да, такая ситуация. 66 уровень, ё-моё. МС жопа. Угу. Угу. Так. Так, так. Вот эту фуловую генку, наверное, даже нет смысла брать. Тут у него пипеги. Пипеги возьмем. А, это не пипеги, это ОСки, походу. Ой, нет, такое брать мы не будем. Вы просто гляньте на вот его расстрелянный торс. Это я пока ему пластину 6 класса не уничтожил, я его не смог победить. Это вот именно киборг был. Так, ты чем стреляешь? Рук. Тоже пипеги. Пипеги оставляем. Глядите, сколько тоже в него попал. Не, ну типы, конечно. Вот с такими ганами, блин. Вот с такими. Ну вот кто это, бля? Вот кто это? Причем уровни 13, 17 и 66. Походу он вам вынес лут, наверное, да? Для PvE режима квесты отдельные? Нет, такие же. Так и в PvP. Там все такое же, только боты убивают тебя через кусты, и нету других игроков, и все. Сколько попаданий, как думаете? Я думаю, в первого залетело где-то 5, потом штук 10 во второго, штук 15 еще, это 20, 30, плюс по ботам. Попаданий где-то 60, наверное, должно быть. Сейчас посмотрим. 77, бля. 77 попаданий. Гибридами причем. Не, ну это жесткие были типы. Тут вопросов нету, бля. 77 попаданий, чат. Самое странное, чат, что вот эти типы в игру почему-то не заходили с того раза. Когда я вот этих двоих убил, и вот этот, который мистер жопа, их вел походу по карте. В трех алтынах, помните, они были в общагах. И они с того дня не заходили в игру. У них ничего не поменялось в профиле. Что такое? Они обиделись на игру или что? Удалили ее нахрен после такого просто похода. Эй, если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.